Привет, привет, мои дорогие, мои новизнатели. I'm your Russian language teacher. You know that lately I moved from one country to another country, and in this video I'm going to show you the next country and the next city where I was the last month. This is a video vlog, so turn on the subtitles, Russian or English, if you're interested to know where I am now. Keep watching this video. I know you're learning Russian. I have some materials on my channel. One material is free. You can learn some basic Russian phrases. If you just started learning Russian, that's useful. Or you can subscribe to my Patreon page for $3 and practice reading. I do transcripts for all of my videos, and you can practice reading. Yeah, or you can use subtitles. That's fine. Now, follow me, let's get started. Да, это Белоруссия, Минск, флаг на здании. Это здание Совета депутатов. Я надеюсь, более-менее видно. Это университет, Белорусский педагогический университет. Там есть название, да, я читаю, но название по-белорусски. Все названия у них на белорусском языке. Это здание правительства и перед зданием памятник Ленину, и также есть флаг, да? Дальше это церковь святого Симона и Елены, если я все правильно запомнила с карты, и еще одно здание, где флаг Белоруссии. Это здание комитета депутатов. И тут вход в метро, станция Площадь Ленина. Я так пойду прямо по проспекту и покажу вам, расскажу что-нибудь. Это Минский городской совет депутатов. Там есть табличка и все названия на белорусском языке. Это я могу прочитать. Так часто я не знаю, как правильно читать названия. И у них много переходов, подземных переходов. Ну, конечно, когда такие широкие улицы, удобнее, когда люди переходят под землей. Здесь впереди меня гостиница «Минск». Она очень старая, очень известная гостиница. Это здание почты, почтамп. Я буду переходить сейчас на ту сторону и покажу вам. Очень красиво, чистый город. Что меня поразило, да, что все чисто. И каждый раз, когда я возвращалась домой по этой улице, я часто видела, как убирают тут же мусор, всегда есть работники, и они следят за чистотой, за порядком. А мне вниз в переход. Я все еще на этой центральной улице, курс велосипедисты, надо пропустить его. И я хотела немножко рассказать о Минске, ну, Белоруссии, да. Белоруссия, можно говорить Беларусь, вообще в Белоруссии они говорят Беларусь, мы в России называем Белоруссия. Но это не так важно. Ой, у них так часто ездят мотоциклисты, которые очень шумные. В Белоруссии, население Белоруссии 9 300 000 человек, в Минске где-то 2 миллиона человек. Кажется, что город такой очень огромный, но по факту, если сравнивать с Москвой и Санкт-Петербургом, по населению не очень большой город. Кажется, у меня такое ощущение из-за этих широких улиц, больших зданий, что город просто огромный. Сейчас я иду все прямо и прямо, и там будет еще одна большая площадь. Я буду рассказывать и показывать вам, почему Минск, почему вообще я решила сделать видео об этой стране. Конечно же, потому что здесь также говорят по-русски.
русский язык у них второй государственный язык, то есть он официальный. Они также изучают в средней школе белорусский язык, но в жизни все говорят по-русски здесь, все по-русски. Я слышала, что в метро они убрали надписи на русском, и сейчас у них только на белорусском, на английском и на китайском. Конечно, все для туристов, я думаю, что это правильно. Город, конечно, восхитительный. Люди добрые, приятные. Я понимаю, что зависит от погоды. Сейчас тепло, лето, и я в Минске, я гуляю, все отлично. Когда вы посещаете какой-то город в плохую погоду, в дождь, у вас остается такая неприятная ассоциация, возможно, о городе. Но когда жара, тепло, всегда классно погулять по городу. Да, название улицы – это Незалежный проспект, да, главный проспект. Я успею или нет? Вот сейчас горит зеленый. У меня заняло минут 10 по проспекту, и я на другой площади. Ох, какие просторы, какой размах! Я, конечно, в шоке. Такие здания. Это Дворец Республики, палац. Прямо это музей архитектуры. Другое здание я не знаю. Это какие-то музеи. И это здание, что они пишут? Белтелеком. И напротив Александрийский сад. Такой небольшой парк. Когда я попала на эту улицу, мне очень понравилось. Конечно же, за ее атмосферу. Вдоль улицы идут разные кафе, где можно посидеть, отдохнуть и заказать что-то. Я не знаю точно, я не была здесь раньше. Первый раз я была в Минске год назад, но я только была один день. И я быстро села на поезд и уехала. У меня есть видео с поездом. Ссылка будет внизу в описании, если вам интересно. Вы можете посмотреть мое видео о белорусском русском поезде. И у меня не было времени гулять по городу. А сейчас у меня больше времени в этой поездке. Я разрешила себе остаться здесь дольше. Ничего я не могу вам рассказать о конкретных зданиях. И также я не хожу в музеи, вы знаете. У меня плохая память, я ничего не запоминаю. Я могу показать вам только сам город, его масштабы, людей на улицах, как все чисто. Какие-то памятники или интересные моменты, которые вы можете заметить, пока я хожу и показываю, рассказываю. Это место очень популярное, здесь всегда собирается много людей. И там будет уже внизу река. Сейчас такой здесь спуск. Вообще у них город не на равнине, иногда есть холмы, и когда я хожу по городу, иногда мне нужно идти как в горку, иногда мне нужно спускаться с этой горки. Так, немного есть эти уклоны, да. И сейчас я иду вниз по уклону. Какую еще информацию я хотела вам рассказать? Как получить визу? Белоруссия – это отдельная страна, но примерно такие же условия для иностранцев, как и получить русскую визу, да, визу в Россию, если правильно сказать. Вообще визы обычно дают по соглашению между странами. И, например, для русских людей и для белорусов получить шенген-визу нужно подавать документы. И также, если вы из стран Евросоюза, вам также нужно подавать документы на визу. Это не так трудно, но все равно надо ждать, надо заплатить консульский сбор. Но для стран Восточной Европы, Азербайджан, Армения, въезд уже без визы. Также из стран
Южной Америки гражданам из этих стран можно находиться 30 дней или 90. Это зависит от страны, да, откуда человек. И я также читала, для китайцев сейчас 30 дней можно находиться в Беларуси без визы. Не знаю условия для китайцев, как им попасть в Россию, но есть договоренности между странами-соседями. Да, Беларусь граничит с Латвией, Литвой, Польшей, Украиной и Россией, и как раз для граждан и резидентов Латвии и Литвы более простые условия, простые правила. Они могут приезжать в Белоруссию, возможно, не знаю, тоже на 30 дней. Ну, у них упрощенная такая система. Но для других стран нужно подавать документы и получать визу. Сейчас, конечно, это не очень правильное время, не очень хорошее время показать вам эту улицу, но это улица Баров, она... А, здесь есть машина, она не пешеходная. Сейчас все закрыто. Самый день, сейчас время обеда, люди на работе, и здесь ничего такого интересного нет, даже сувенирные лавки закрыты. Тоже интересно взглянуть, когда приходишь вечером, здесь жизнь бурлит, жизнь идет, а когда приходишь в рабочий день днем, все спокойно, тишина. Я иду, здесь у них какие-то стройки, что-то строится, там будет река. С одной стороны такие небольшие домики, оттуда дальше уже такое высокое здание, небоскреб. Это, конечно, не небоскреб, старый мост бетонный. Очень разная архитектура, много церквей. У них церкви, мечети, храмы. Мечеть, да, мне тоже кажется, я видела у них мечеть. И также у них есть большие парки, что мне очень понравилось. В парках достаточно много скамеек, можно свободно посидеть. Сейчас это актуально, сейчас лето. Вы не представляете, как жарко. Может быть, конечно, представляете, если у вас тоже 31 градус. И сейчас середина дня, но у меня больше не было времени, чтобы показать вам, записать это видео. Не знаю, уже все вспотело, и, возможно, с меня течет, видно это, нет, не знаю. Да, это очень популярная улица, не Мига, и там наверху я была, я просто прошла вокруг. А там река Свислач, какое трудное название. И там стадион, дворец спорта. У них довольно популярен спорт. И даже школьники играют, собираются, играют в волейбол. Мне очень понравилось. Вот об этом я говорила. Ребята играют в волейбол и вообще... сидят, отдыхают. Здесь много именно школьников, где они сидят, общаются. Я не помню таких мест в Санкт-Петербурге. И вот это белое здание — это дворец спорта. И также здесь вдоль реки люди просто прогуливаются, гуляют. И такие трибуны, где можно посидеть, посмотреть по сторонам, отдохнуть, пообщаться, полюбоваться видом. Наконец-таки у меня все получилось. Выхожу из банка, получила я эту волшебную карту. Теперь у меня есть долларовая карта с моим именем. Наконец-то. И теперь я могу платить.
I spent 2 weeks in Minsk and then went to the next country. But about that, I'll tell you in my next video. Thank you for watching this video. Write any questions or comments, what you know about this country, have you ever been in Belarus? And also don't forget to practice your Russian at home. Use my materials for that. You can download my materials if you're subscribed to my Patreon page and practice your Russian at home. I believe it works and your Russian will get better if you watch something in Russian and if you read something in Russian. Any practice is useful. Thank you for your time. Увидимся в следующий раз и хорошего дня!